Привет! Бывают дети-тараторки. Как же наладить у ребенка темп речи? Для этого очень полезны стихи и песни. Как правильно учить, расскажу вам сейчас 4 шага. Первый шаг. Вы говорите ребенку стих или пропеваете песенку 2-3 раза с движениями и эмоциями. Например, ой-ой-ой, ай-яй-яй, елочка большая, ой-ой-ой, ай-яй-яй, красота какая. Второй шаг. Вы показываете движения и эмоции и вместе с ребенком пропеваете это, но пропускаете последнее слово. Например, ой-ой-ой, ай-яй-яй, елочка большая. И даете ребенку возможность самому договорить. Следующий шаг, третий. Вы говорите ребенку, я убавляю у себя звук чик, а у тебя прибавляю чик. Теперь ты говоришь громко, а я говорю тихо. И делаете все так с движениями и эмоциями. А ребеночек пусть говорит громко. И четвертый шаг, вы наслаждаетесь своим исполнителем. И у ребенка через это налаживается его темп речи и произношение, потому что вы же ему подсказываете. Еще больше таких речевых игр я даю на своих курсах по чтению и на курсе по запуску речи. Курс по чтению называется «У меня маленькие гении», а курс по запуску речи «Непослушный язычок». Пишите в директ те, кому интересны такие речевые игры, и те, кто интересуется, как же научить ребенка лучше разговаривать и читать. И я отвечу вам, пишите мне в директ, хочу курс, и я отвечу вам обязательно.